На месте! Стой! На месте! Вот! Поздравления от юноармейцев и администрации Ленинского района Самары ветеран Великой Отечественной войны Лев Семенович Ануфриев принимает стоя. Его не сломили ни тяжелые годы на фронте, ни трудный послевоенный период, ни даже возраст. В день парада памяти 7 ноября ветеран отметил 100-летний юбилей. Давайте похлопаем и поблагодарим Льва Семеновича за вклад в победу нашей Родины в период Великой Отечественной войны, а также за трудовые подвиги, которые он совершал после Великой Отечественной войны на Ниве медицины. Когда немцы уже были на Волге, и там и даже на Эльбрус водрузили флаг, и под Ржевом шли тяжелейшие бои, и тогда настроение было ужасное. И Сталин выступил тогда и сказал, что и на нашей улице будет праздник. И эти слова воодушевили нас, внесли уверенность в нашей победе. Поэтому я могу сказать, что на нашей улице будет праздник, и победа будет за нами. На фронт Лев Семенович ушел с первого курса института, был командиром пулеметной роты, помощником штаба. После войны закончил сначала медицинский университет, затем военно-морскую академию. В мирное время трудился врачом в онкологическом диспансере. Где мы с тобой танцуем вальс? Где мы с тобой танцуем вальс? Где мы с тобой танцуем вальс? В миноре. Виктория Шара и Николай Сидоров. События.